В селе много живописных мест. Одно из них – высокая гора, на которой находится церковь Сурб-Саркис. Ранним утром в Качкару спешат сельчане. Здесь проживают представители различных национальностей – армяне, русские, татары и украинцы. Съезжаются гости со всех округов курорта – Анапы и других городов. Для многих каменный крест – символ веры, память о распятии Христа. 21 год назад, в лихие 90-е, несмотря на сложную обстановку в России, идею установить в Гайкадзоре каменный крест поддержал будучи мэром Анапы Михаил Баюр. Поздравляя с праздником, он напомнил о многонациональном единстве народов. Не знали никаких конфликтов, особенно на межнациональной почве, потому что есть силы, есть попытки, которые хотели бы расшатать наш межнациональный мир и стабильность. Я думаю, мы не позволим это и все вместе докажем, что мы живем в едином доме, имя которого Анапа. Молитву на армянском языке и поздравления от имени главы епархии Юга России передал представитель Армянской апостольской церкви. А настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Александр отметил, что традиции армянского и русского народа основаны на главном – на вере. Что такое крест? Это две перекладины – вертикальные, которая соединяет земных, земнородных, то есть нас с вами, с Богом, и горизонтальная, которая обнимает весь мир. И в этом единство всего рода христианского. В торжественной обстановке наградили жителей, которые внесли вклад в строительство нового храма. Концертную программу открыли юные танцоры коллектива «Ахпюр». Жертвоприношение в этот праздник традиционно молодой барашек. Готовят его старейшины. Ничего, кроме соли, к мясу не добавляют. Главное, чтобы священнослужитель благословил соль. Она служит символом чистоты. Приготовленным блюдом, адахом в этот день угощали всех желающих. Елена Шамбер, Игорь Куршаков, Анапа регион.